Ну, как мы видим, здесь все классно, здесь все окей. Никаких проблем нет с производительностью. Видим, что количество кадров в секунду на приличном уровне. И заканчиваем этот тест. Переходим к следующей игре. Еще одна игра. 47 кадров в секунду, 50. Очень приличный, достойный результат. Игра называется Drunk Gangsters. San Andreas Crime City. Ну, как бы сами все видите, результат не очень хороший. Комментировать здесь нечего. Итак, друзья, ну как бы кому-то из вас было интересно, как себя ведет World of Tanks на Buhans A101. Ну, вот смотрите, собственно. Смотрим, что играть очень даже комфортно. Количество кадров в секунду на хорошем уровне находится. Новый бой. Дожидаемся игроков. Ну вот смотрите сами, да? Как это все происходит. Играть, я считаю, можно и вполне даже очень можно.25 кадров есть, минимальный порог. И этого нам и достаточно, в принципе, для ультрабюджетника, коим является Танц. Давайте проверим температуру нашего устройства. 38 градусов. 35,6. Самое теплое место это вот здесь. Давайте его как раз проверим. 33,2. Нет, все-таки где надпись больше, 38 градусов. Итак, вы все сами видели, в World of Tanks играть комфортно. На этом смартфоне играть в него можно. Это одна из самых популярных игр. И она эту игру тянет. Также Asphalt 8 хорошо справился с игрой на самых минимальных настройках. И я его, в принципе, тоже могу рекомендовать. Если вы вынуждены экономить, то в Asphalt вы поиграете на самых-самых минимальных настройках. Ну вот, World of Tanks вы точно поиграете, причем достаточно неплохо будете себя чувствовать. В следующем тесте я, возможно, установлю игру San Andreas. Ну а пока все на сегодня. Спасибо, что смотрели тест. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам было полезно это видео. И до новых встреч!